Дмитрием. Но подотри. Ты уже говорил. А ты еще подотри. Началось? Нет. Он еще спит, наш мальчик. Ему еще рано на дорогу жизни. Садись. Нет. Сколько можно тянуть? Когда ж соберется силами под шалопа, я клянусь. Если он сегодня же не появится на свет, мне придется за ним слазить. Не торопись. Какая разница? Сегодня, завтра. Нет. Нет, именно сегодня. Этот майский день 1526 года меня вполне устраивает. Мне нужен сын, а Фландрии нужен герой. Ну почему? У каждого народа есть своя национальная легенда. И только мы, фламандцы, за тысячи бессонных ночей не смогли сделать ни одного героя. Стыдно? Да, неловко как-то. Да. А вот почему ты решил, что от тебя и герой? Так время подошло, и Катрине было видение. Сначала призраки косили людей. Нех в трубах палач плясал. Камень 9 месяцев кровоточил, потом распался. Потом увидел. Два младенца народились. Один в Испании принц Филипп, другой во Фландрии сын класса. Прозвище ему Уллиншпигель, что у нас фламандцев означает ваше зеркало. Уллиншпигель — зеркало глупости, нелепости и преступлений нашей эпохи. Филипп станет палачом, а из Уллиншпигеля выйдет великий балагур и проказник. И странствовать ему по белу свету, славя все доброе и прекрасное, и над глупостью хохоча толпами. И весь свет он пройдет и никогда не умрет, потому что он — дух Фландрии. Эх! Вот как! Слыхал? Да. А я назову его Тильбертом, что в переводе означает живой, подвижный. И сегодня же начнутся его славные приключения. Ну, если, конечно, мамаша Солод не поднабужится. Ну, как это? О, класс! Да. О, здравствуй, палач. Указ императора. Слушать будете? Будем. Заходи. Отлично. Вина будешь? Ой, не откажусь, а то совсем. Ну, за указ. За указ. Ну, слушайте. Так. Запрещено! 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 Отныне всем и каждому возбраняется печатать, читать, хранить и распространять писания и учения Мартина Лютера, Иоанна Виклиха, Яна Гуса, Марсиля Падуанского, Эколомбадия. Как же? Неужели Эколомбадия тоже? Да, Эколомбадия. Не перебивай. Запрещено! 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 Также Франциска Ламберта, Юста Йонаса, Йона Буберриса. И Буберриса! Да как же так? Не читать Йона Буберриса. Да я, брат, как без рук без Буберриса. Ты что-то напутал? Ничего я не напутал. На, сам читай. А я не грамотный. На кой же тогда тебе Буберриса? А имя красивое. Фуберис. Я не дури. Дальше. Самое интересное. Еще. Еще? Лица же впавшие в ересь или же закосневшие в таковой подлежат сожжению. А какому именно? На быстром или на медленном огне? Это по усмотрению судьи. За прочие же преступления дворяне подлежат сечению. Христиане по вешению, а женщины закапыванию в землю живем. Доносчикам же его святейшее высочество выделяет речь всего имущества, принадлежавшего казненным. Стоп! Что там насчет денег? Доносчик получает треть всего имущества. Ха! Интересно. А вот как, например, столб, да? Или лошадь? Йос, ты что, решил сделаться доносчиком? Ну что, значит, решил? Это так не решается, это приходит как-то само собой, по вдохновению. Да, подлый ты человек, Йос.
Да нет, Лас, время такое. Да родись я в какой-нибудь ренессанс, я, может, музыку писал бы, мадон разных. А сейчас-то инквизиция, костры, план. Где ж тут талантливому человеку развернуться-то? А время такое. Прячь, рыбник! Если увидишь котлину, передай мне искреннее соболезнование.
Ну надо же, в базарный день и такое. А ты, Лёв? А что я? Купи индульгенцию. Ты считаешь, что грех на мне? Класс! Я ведь не настаивал на пытке. Я просто хотел ясности. Ты же сам видел, как Лина делает это от Мариста. Все время что бормотал. Если искренне, по соседу, как я говорю, мне надо никаких видений. А она не слушается. Слава богу, что оказалась не ведьма. Впрочем, грех откупить всегда полезно. Класс, не должишь Флорин? Бери. Больше бери! Ага. Откуда столько денег? Не волнуйся, деньги честные, наследство от покойного брата. Как? Твой братец с тобой? Поздравляю вас! Вернее, сочувствую, но ты меня понимаешь. Везешь или нет? Вот так, живешь, и раз, брата нет. Надо же, в базарный день, и меня с Карлиной такое. На этой женщине, потому что влюбился в нее. Ну да. Да и каждый влюбится, если он не слепой. Да стоит только взглянуть эти румяные щечки, на эту лебединую шейку, на эти мраморные плечи, на эту нежную грудь, на этот упругий живот. Не перебивай! И вот, когда я на всем этом женился, моя жена отказывает мне в законных супружеских наслаждениях, поскольку кто-то ей внушил, что это грех. Ты абсолютно права, дочь моя, это тяжкий грех. Не вмешивайтесь, святой отец! За что за напасть? Как только монах или, прости господи, евнух, так сразу лезет со своими советами к новобрачным. Ну слушай, я ей говорю, дорогая жена, Господь сотворил нас мужчиной и женщиной вовсе не для того, чтобы мы в постели вели философские беседы. Он создал нас для любви. Она! Безбрачие, путь к совершенству. Не думай, лавры, о теле, думай о душе. Милая, у меня большая душа, но тело гораздо больше. Как же мне о нем не думать? И давно у вас этот спор? С самой свадьбы. Бедный лавр. Да. Дочка, а кто научил тебя этой глупости? Святой проповедник. Старый козел. А ему не объяснили, что если бы его матери внушили это, то он бы не родился. Дочка, на свете нет ничего чище любовного греха. Вот скажи, ты ведь любишь ламы? Ну вот, да и как не полюбить на нашего ламы? Да стой только взглянуть на эти румяные щечки, на эту лебединую шею, на этот большой живот, на эти кривые ножки. А как его не полюбить, да? О, как! Не могу, не могу, не могу! Я же поклялась сюда в отборке! Но сперва ты поклялась мне! Господин, ты должен разуметь эту женщину! Сын! Дети! Да где это шляется, чертов сын? Сейчас появится! Начинать на базар! Oh!
после смерти. Я тебе ж когда-нибудь язык вырву. Ну и прекрасно! Вам станет намного больше места для пищи. Сын мой! Купи индульгенц. Купи отпущение грехов своих. Отличная мысль! А за будущие грехи можно откупиться? Хоть на 100 лет вперед. Но столько я вряд ли проживу. Отрежь! На полчаса, святой отец! Его главное занятие не покончено изначатие. У него под самым крыхом чудодейственная кора, от которой святый дума столько деток разбилось! Заполонили Фландрию, как саранча. По их милости на дорогах Фландрии проросли виселицы, и дым пахнет человечным. Испанцы отнимают наши дома. Корабли, кошельки, инквизиторы, души. А мы не имеем права даже смеяться. Так для чего же тогда жить? Тихо! Блядь, большие слова, Сесилю, не светить! Ну разве я не прав? Позвольте мне к старшему, как другу посоветовать. Не надо тихошка из-за таких слова сторону в тюрьму. Пожалей мать, отца, меня, ведь я буду вынужден. Шутите, шутите. А серьезно? Не надо. Да. Да, Юрос, ты как всегда прав. Будем шутить? Шутить. Прекрасно. Будем шутить. Я что-то не понял.
имеется в виду? Это вот так шутка, юмор. Золото ниже пояса. По-вашему, это смешно? Ой, извините, господин профессор. Я не знал, что это у вас, Серёжа. Серёжа! Я тебе понял шутки. Господин профессор. Да, впрочем, и ни к чему. Палач. Палач? Зачем палач? Палача. Всякому терпению есть предел. Как пропал скоро дам, и я приговариваю тебя к изгнанию. Ты пойдешь в Рим и будешь смелости просить ума. Вернешься, когда помнишь. Все! Пощадите, господин профос! Ну, простите его, пожалуйста! Я и не сержусь, детка. Иначе бы его казнили. Я же тебя просил, умолял, но зачем ты меня так мучаешь, а? Я просил, умолял! Эх вы! Проигрался? Дурак! Ну я ведь предупреждал, не дразни гусей! Отец, я бы их с удовольствием не дразнил, а жаль. Ладно.
Обещаю. Если я умру, ты не станешь плакать над моей могилой. И не подумай. Ты сразу же выйдешь замуж? За первого встречного. Спасибо! Yeah!
нет, не то. Убрать. О! А вот это ничего. Ну как вам, ваше высокое существо? Не нравится? Нет. Не нравится убрать. Ваше величество, я изнемогаю. Подождите, Мария, я еще не готов. Так, что слышно? О чем, ваше величество? Обо мне. Слышно разные, в основном кощунственные домыслы, касающиеся вашей особы. Например? В Англии говорят, что вы отца убийца и слуга сатаны. Во Франции, что вы тиран и палач. В Германии, что вы садист и кровопийца. Помедленней, друг мой. В Ирландии сделали гравюру из меди, на коей вы изображены играющим на клавесине из кошек, которых вы дергаете за хвосты. Какая чушь! Это были детские шалости. Особо опасное положение во Фландрии. Здесь ересь гнездится в каждом доме. Над монахами издеваются, церквам не платят налог, в лесах появились гёзы. Что? Гёзы, ваше величество, нищие разбойники. Они убивают испанских солдат, грабят монастыри, требуют отделения Фландрии. Вы мне обещали это в прошлом месяце, Мария. Я вам поверил, и все, рядом. Сегодня ваши старания будут не напрасны. Я ощущаю это всем телом. А я пока. Нет. Ваше величество! Нет, не нравится убрать! Все убрать! Скучная новость, ваше высокое священство. Фландрия, гёзы. Что же делать? Необходимо послать по Фландрию больше солдат. Больше солдат, больше гёзов. Сила рождает силу. Хитрость. Сколько мы платим данущику? Треть имущества казнённого. Надо давать половину. Половина доносчику, половина королю. А что же останется церкви, ваше величество? Идея? Что может быть дороже идеи? Вы будете уничтожать сельского бескорыстно. Это произведет хорошее впечатление на ум. А король? А королю нельзя по бескорыстно, у него слишком много долгов. Ваше величество! И я устал здесь! Я хочу одного только порядка. Хочу, чтобы рабочим служился хозяин, а хозяин проход, проход короля. Порядок. Ночью сон, днем работа, воскресенье место и никаких отклонений. Непорядочных на костер! Ваше величество! Бог поставил меня следить за порядком. И я выполняю свою миссию. Ползайте. Ваше величество! И нам нападает я сбегу сам. Сейчас меня беспокоит.
знаю. Не лезай! Ланец хороший. Зачем ты мчал на ненаглядный? Руки холодные, ноги холодные, сердце горячее. Я боюсь, я сладкий. Не бойся, моя хорошая, от безумных зла не бывает. Не бойся. Женщины! Женщины! Опа! Я принес вам весточку от Тиля. Мне передал его паломник, который виделся с ним в Италии. Вот, итальянская посылка. Что же может значить это послание? Это значит, что он прошел половину пути, скоро вернется. А на словах он ничего не передавал? Как же? Он велел сказать, что он помнит свою Нелли. Что он любит свою Нелли, что он скучает по своей милой Нелли. Вот. Нет. Это был не Тиль. Это был Тиль. Он сидел в пивной, а на коленях у него сидела пухлая блондинка. Да, тогда это был он. Ну зачем ты рассказываешь ей такие вещи? Наш сын, моя хорошая, не покинет нас. Кого он полюбит, кого не предаст. Пусть отдыхает, пока опять не влип, отдохнет и явится, а что ему делит? Тиль — это свобода! Тиль — это соль земли! Да. Да пропади они пропадом. Все эти троны, короны, отцы, короли, попы, аббаты. Тихо, женщина. Короче говоря, для Тиля самый главный папа — день добрый, хозяева. Больно, больно, больно! Глупая! Какой? Глупая! Нет, ты не родишь на собой! Ты чего испугалась? Да это ж всего лишь палач. Ну, говори. Легко сказать, говори. В общем, класс, донос на тебя. И что в доносе? Ну, как обычно. Мол, еретик ты, на церковь глумишься, святые иконы поносишь. Ну и все такое. Брат, мол, у тебя протестант. Так он умер. А наследство-то тебе? Одно к одному стало быть. Да как же? В общем, профос велел тебя под арест. Он сперва хотел солдат, я думаю, ни к чему, лучше уж сам приведу. Сколько лет знакомы, слава богу, у вас, а? Надо вас. Классно. Надо. Вас не надо. Ну а выпить-то еще время есть? Само собой. Обожду. Да, как ли на вас папа?
Ты должна знать, где спрятаны деньги. Деньги, которые оставил Клаас. Это очень важно. Я не знаю, милый. Я поищу. А хочешь, я найду тебе клад? Хочу. Там, где цветет орешник, там клад зарыт. Нужно подождать лета. Да придет на орешник, я тут в доме. Я пришел это сказать, потому что по-прежнему люблю вас. Пусть ты проклят. Пусть ни один священник не отпустит тебе грехи. Пусть слезы, пусть боль, слезы из тебя не будут твоим уделом. Как в этой жизни, так и в иной. Будь ты проклят, будь ты трижды проклят, предатель. Как это все-таки? Но я на вас даже не сержусь. Страдая и любя, на тебя.